снова бюджет. В Кировске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Ей предшествовала серьезная депутатская работа, ведь одним из основных вопросов этой сессии стал бюджет города. На повестке дня у депутатов 7 вопросов, не считая разного, но, пожалуй, главный и самый обсуждаемый – о внесении изменений в городской бюджет текущего года. В ходе его корректировки депутатам удалось предусмотреть и выделить дополнительно ряд существенных сумм, которые уже в ближайшее время пойдут на улучшение материально-технического состояния учреждений города. В частности, 5 миллионов выделено на разработку проектно-сметной документации по зданию бывшего кинотеатра «Большевик». Мы хотим реконструировать этот объект и со временем сделать там интересный культурно-досуговый центр. Выделены деньги на ремонт и оснащение тренажерного зала в населенном пункте Кашва. Это 720 тысяч рублей. Хочу сказать, что эти средства выделены по обращению инициативной группы жителей. И это очень важно, потому что здесь мы видим движение от людей, готовых и желающих заниматься спортом. И мы не можем, естественно, оставить такого плана обращения без внимания. Кроме того, деньги выделены Кировскому дворцу культуры. Это 3,5 миллиона рублей на ремонт кровли и 1 миллион 700 тысяч рублей на приобретение занавеса. Это как раз тот самый сертификат, который это учреждение культуры получило в подарок от города в честь своего юбилея. А также финансирование на приобретение спортивного лыжного инвентаря в размере 200 тысяч рублей получит спортшкола. Здесь тоже хочу сказать, что муниципальные власти и администрация, и совет уделяют большое внимание развитию лыжного спорта в городе, потому что традиционно Кировск был силен своими лыжниками и лыжными традициями. К сожалению, был период некого безвремения, когда частично эти традиции, ну, если не утратились, то подзабылись. Сейчас с появлением у нас нового лыжного стадиона, замечательного объекта, я надеюсь, мы сможем дать новый импульс развитию лыжного спорта в Кировске. И вот эти вот 200 тысяч рублей – это приобретение современных хороших лыж, хорошей формы, хорошего оборудования для тренировок наших кировских детей, спортсменов. Все пункты, касаемые бюджета, депутаты рассмотрели в первую очередь.